Привет, друзья! Вы на канале Prime Camper, и сегодня мы не у Измайловского Кремля, как обычно, а скорее у Коломенского, на выставке Caravan X2024. Мы работаем на стенде компании Iris Нижний Новгород, которую мы представляем в Москве. И здесь очень интересный автомобиль, произведенный компанией Iris. Это Mercedes-Benz Sprinter 4×4, автодом на 5 спальных мест. Давайте его посмотрим. Давайте, как обычно, обойдем автодом снаружи. Специальное износоустойчивое покрытие. Маркиза, рейлинги, дополнительное освещение. В двойном полу места хранения. Выдвигающаяся ступенька, которая полностью убирается. Утепленная дверь фирмы Hartal. Подключение 220 внешних. Вывод газа для гриля, воды. Еще одно багажное отделение. Люк туалетной кассеты с вытяжкой СОК. И огромный багажник. Чем отличается индивидуальное производство от серийного? Именно вот такими решениями, которые компания Iris делает по запросу клиента. Платформа для крепления груза, запасок, доступа на крышу. Она двигается вверх-вниз. Идем дальше. Большой багажник, сквозные двери. Стакелажными рейлингами для крепления груза, вороток для механической маркизы. Также места хранения в двойном полу. И обратите внимание, два газовых баллона, объединенных в общую систему, с заправочной горловиной под пистолет для автомобильных заправок. Еще места хранения в двойном полу. Заправочная горловина для воды, выхлоп от отопителя. И обратите внимание, окна производства автокемпер Пром Коломна. Давайте посмотрим на опции внутри кабины. Сиденье с очень интересной отделкой, с пневмоподдержкой, поддержкой, регулируемые зеркала, подогрев сиденья здесь включается, шторка на окно, а про основные опции мы посмотрим изнутри. It's all about humanity. Ну и как обычно, самое интересное внутри. Давайте посмотрим. Вот так реализовано управление внешним освещением, так интересные клавиши. Потолок отделан алькантарой, что гораздо интереснее, чем у обычного спринтера. По опциям пневмоподвеска на задней оси, климат-контроль с подогревом лобового, мультимедийная система MBUX10 с навигацией, подключением CarPlay и полным функционалом автомобиля. Мультируль с кнопками, круиз-контроль, и мы здесь видим кнопку подключаемого полного привода. Это предыдущая платформа с полным приводом от австрийской компании Oberainer. По шасси. Данный проект сделан на платформе Mercedes-Benz еще с 3-литровым двигателем и 7-ступенчатой коробкой и подключаемым полным приводом Oberainer. Новые Mercedes делаются уже на 2-литровом двигателе с 9-ступенчатой коробкой и постоянным приводом Firmatic. Напомню, что мы являемся представителем компании Iris Нижний Новгород в Москве, и у нас на сайте есть кнопка создания индивидуального проекта, где вы можете указать свои пожелания как по шасси, так и по жилому модулю. Внутри, как и в кабине, стены также отделаны алькантарой. И хочется отметить, что по сравнению с серийными Мерседесами здесь гораздо шире и проход, и зона столовой. Большая столовая группа с расширителем спокойно на 5 человек. Это место также можно переоборудовать столовую в дополнительное спальное место. При входе шкаф.
управление освещением. И внизу шкафчик с электроблоком. Обратите внимание, все на русском языке. Здесь у нас холодильник Дометик, двухкамерный, створки открываются в обе стороны, что очень удобно. Пульт управления всеми системами автодома, управление светом, баки с водой, емкость аккумуляторов, управление отопителем трума, приемник сигнала от пульта кондиционера и управление подъемной кроватью. Вот такой кровати нет ни в одном серийном автодоме на шасси Mercedes 4x4. Только производство на заказ позволяет получить эту опцию и даже остаться в категории B, если правильно сконфигурировать опции. Обратите внимание, везде по периметру розетки уже нового образца с портом Type-C. Раз, два, еще есть. Кухня с массой мест хранения. Также здесь есть доступ к отопителю. Две конфорки и небольшая раковина. Также обратите внимание, есть электрическая вытяжка. Смотрим санузел. Совмещенный санузел, но с большой отдельной душевой, вытяжными вентиляторами, несколькими системами спуска. В задней части хозяйская спальня. Большая кровать, с двух сторон окна, подсветка с USB-розетками. Машина поражает своим объемом и функционалом. Этого можно добиться, только индивидуально проектируя ее. Наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют по подобным проектам. Ссылка в описании. На мой взгляд, очень интересный проект. Напишите в комментариях, что вам понравилось и что нет. Спасибо, что смотрели обзор. Пока!